6 августа Центр цифровых трансформаций Казанского федерального университета посетил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нуруддинов. Встреча под руководством ректора КФУ Ильшата Гафурова прошла с целью демонстрации возможностей университета в области информационных технологий, технологий цифровой экономики и смежных систем, а также последующего налаживания тесного взаимодействия между КФУ и «Таттелеком». Разработки университета представил директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чикрин. В ходе встречи были продемонстрированы разработки КФУ в области виртуальной дополненной реальности, беспилотной техники, систем акустического анализа и систем периметральной охраны. Также Айрат Нуруддинов посетил лабораторию Института физики КФУ, где были представлены возможности по созданию различных телекоммуникационных систем. В ближайшее время планируется ряд встреч с другими структурными подразделениями «Таттелеком» с целью активации дальнейшего сотрудничества. И в конце месяца планируется повторная встреча уже на территории «Таттелеком» для определения детального перечня работ, который был бы интересен для внедрения и дальнейшего развития Казанского федерального университета с данным предприятием. Диана Шеленкова, Булат Садыков, Универньюз.